пишите в комментариях, мне пошло бы сзади стоять тренером или нет. Как говорится, надо забыть старые поражения, смотреть светлое будущее. Посмотрим, сможет ли Жека вернуться в игру. У меня нет сил, у меня нет эмоций, я просто жду конца уже. Состояние хорошее, настрой боевой. Да, сегодня игра будет в G2, надеюсь, она будет интересная. G2 чемпионы последнего крупного турнира, они выиграли Кёльн. Команда, ну, находится в топ-3 точно мирового рейтинга на данный момент. И приятно было бы их выиграть, они показывают хорошую форму, но мы много смотрели, много знаем, что они делают, и надеюсь, это нам поможет. Я иду в практис-рум. Будем готовиться к матчу, разминаться. У нас выезд уже через примерно 3 часа, может, чуть позже. День сурка, день номер 5. Продолжается все как обычно. Последний раз на Бласте, наверное, с вами играли. Последний раз играли на Бласте, нас убили 14-1. Или 15-0, сторона была. Пистик, не помню. Короче, 16-1 проиграл. Ну да, плохая была игра, плохие воспоминания остались. Но, как говорится, надо забыть старые поражения и смотреть светлое будущее. Надеюсь, что мы выиграем сегодня и покажем хорошую игру. Выезжаем на позднейшую игру сегодняшнего дня. Мы играем против после матча Cloud9 Ants против команды G2. Что ж, там вроде как подготовились, вроде как парни готовы. Осталось только приехать и доказать на деле. Вот и все. Мы находимся в Player Lounge. Зона для игроков. Сидим. Это для команд, которые в основном ждут матч. Всякие аэрохоккей есть. Это зона, где можно перекусить. И всякие, кстати, по-моему, вчера вот этого не было. Салатик, всяких и так далее. Горячая. Да, вчера ничего не было уже. А, кстати, не, мы вчера даже раньше приехали, не было, вообще ничего не готово было. Горячая, но что-то есть. Сладкая. Кстати, сладенькая, я сюда вернусь еще. Фрукты. Ну, я думаю, посмотрев на арбуз, я бы его даже не стал есть. Напитки, водичка, всякие сэндвичи, ну и только там сладенькая завалялась. Ну и, конечно, телевизор. Ну тоже, да, типа телевизор, конечно, для того, чтобы пока кто-то там кушает, посмотреть матч. Пойдет. А теперь пойдем в арену. Пацаны уже пошли, теперь мы. Со всеми поздоровались. Проиграли ребята, конечно, обидно. Причем проиграли 2-0. Да, типа там без шансов у них. Не пошло, если честно, я смотрел, прям... О, но ничего, сегодня только 18 число, они у нас в группе на Пролиге, и до Пролиги у нас еще, грубо говоря, до вылета ровно месяц. Соответственно, что у них, что у нас, будет время хорошо подготовиться к командам, которые у нас в группе, поэтому нормально. Петь, на интервью! Что-то в голове небольшая, да? Да-да. Там у пацанов из Г2 у кого-то с компом проблемы. Может, не сзади стоять, как тренер с наушниками? Пошло бы. Вот так вот сзади. Колян останется в беде. Не на их хороших мамах, а смотри, как все встретит. Напишите в комментариях, мне пошло бы сзади стоять тренером или нет. Jane will catch him. Waterloo done. JKS, he's needing frags. He's worried about ramp, understandably so. Two spotted, Nico alone and not ready for Mir. This could be both, it is! Что-то невероятное происходит. Я не знаю, попадает какой-то... Кукси попадает, взял клатч. Хантер 4 убил преимущество. Счет был должен быть наоборот, 9-6 пользу ВП, но ошибок много. Пока везет, либо ошибается. Посмотрим, сможет ли Жека вернуться в игру. У него всего 2 фрага. Или 2, или сколько у него? 3. Надо, короче, ему собраться чуть-чуть и чуть-чуть команду взбодрить. Посмотрим, Достан, думаю, сможет это сделать.
That is the bomb. It's a very risky maneuver. You've got to make something happen. There it goes. Round Blitz over. Secures it. Surely that's the round. Nico resigns himself to accepting that they will not be starting with the win in this series. They'll have to do it the hard way. VP, though, picking Mirage into G2 and with a stunning CT side. We'll give it everything it's worth. Fane probably tempted to peek out of the palace position now, knowing that the round is his, though, doesn't need to do too much, and they've got everything covered. Tap on the head to Jame, but Fane, he's got him turned. Два шоковых раунда отдали. Ну там инсейн прям дали. То есть это в целом все было хорошо. Атаку нормально провели. Просто Фукси два шальных шота дал. КТ-сторона, я считаю, что КТ-сторона хорошо прошла. Все было под нашим контролем. Надеюсь, сейчас на Инферно продолжится та же динамика игры. И надеюсь, будет 2-0. Hunter to be cleared. Fame is too good. But will they deep clear Nico? He could disrupt the plant. Fame's diligent. Fame too good. He nails it. And it looks like a recovered round. Oops, he's going to take first contact. Nico, need the headshot. Fame is having a great game. Хорош! Могло быть получше, но нормально, пойдет. James closing the gap quickly. He's got the first, neat and tidy, and he's sending us to Vertigo. Yeah, yeah, yeah. Getting to play some Inferno well. Snap here. That was the Jame first. The pistol, yeah, it was a fadeaway. It felt like it. You saw him trying to hightail it. For long as Fame and Kicker combined, the short frag comes through. They're looking to plant. They have to plant. No one can disrupt it. If anyone tries too hastily, it could go down. Kicker, prime position here to collect and close. Jame nails one on the AWP. JKS is gone. Smoke down. Still Kicker the next to convert the eighth. And they're going to win out this half already. Monacy alone. Not enough health. And Jame confirms it. Body through the smoke, and they're not ready for him. It's a problem. 5 seconds, they need to be planted. Kicker, Kicker. I think he's just got it in time. If they could just disrupt it, but oh, VP running the clock down to the final millisecond. They will leave with 9. Especially with the double. It's going to take away Monis's AWP, but this is great guns from him. 2 isolated fights available. У меня нет сил, у меня нет эмоций. Я просто жду конца. Watch frag away now from the semi-finals. What a recovered half! Their T-sides are to be feared. VP boast 10 on their T-side. G2 say we can do better. And only Fame playing upon the fade. Bodies in front of him. And cleared out by Hunter. They'll do it. And they'll do it in style. Чуть отошел. Как обычно, такие поражения не бывают не обидными. Вроде как на бумаге мы далеко не фавориты. Но опять... Close match, вроде как все под нашим контролем, но в конце мы отдаем, там где-то что-то не получается. Но это хороший звоночек по тому, что мы можем конкурировать и соревноваться. До этого они нас убивали вообще без шансов. Сейчас мы уже на том уровне, что можем дать им отпор и держать на самом деле игру под контролем. Этот турнир показал нам то, что у нас хорошее видение за террористов. Ну как, я так смотрю, мы в последнее время хорошо играем за ТД, ну а за КТ проблемы. Но это все связано с тем, что состав сырой, у нас не так много наиграно. Типа, одного дефенса недостаточно нашего, он не универсальный, чтобы против всех команд им играть. То есть против каких-то команд он подходит больше, против каких-то нет. То есть и такие крутые команды, как G2, против них нужно разные иметь инструменты, чтобы выигрывать. Как-то так еще, то есть у нас там с ростерами сейчас были всякие проблемы. Из-за этого каждый раз все сначала мы обсуждаем. Но должно все стабилизироваться, нормализоваться следующим турниром. И к EPL уже мы должны подойти полностью комплит команды, ну, на процентов 75. А уже к мажору, к валам и так далее, мы уже должны на 100% подойти, и это наша цель. Следующий турнир Белград, какой-то там турнир, СНГ команды. Надо чуть сейчас зарефрешиться и разобрать все ошибки. Внедрить уже Давида, он будет играть. И фокус на новый турнир, новые соперники. Это гораздо интереснее, чем не играть в турнир, а просто тренироваться. Ребята, спасибо всем, кто смотрит. Я знаю, были нервные игры, в конце чуть разочаровали, но это хороший знак.
хорошие команды, топ-5 была сильная сетка. Я знаю, что мы можем, и нам нужна ваша поддержка, как обычно, поэтому болейте, ставьте лайки, смотрите. Всех обнял. Спасибо. Ты видел, что там в описании? Срочно переходи.